Утро следующего дня дождливое. Ну все. Мокрый лагерь, назовем его. Мокрый лагерь. Все. Осмотр краткий. Здесь все сняли. Все забрано, все убрано. Ничего не висит. Гермачки, которые вешали, все позабирали. О, я конфетку не съел. Она подкоптилась. Ну все. Ну все. Благодарим. Так. Противопожарные работы выполнены. Сережа грузится. Антиквар. Антиквар. С апартаментов в антиквар. Антиквар загружает. Пошли. Пошли, грузитесь. Не запрыгнуть. Ну, отплывайте там где-то, цепляйтесь, постойте. Удобно? Удобно. Настолько плотно сел, что даже не сдвинешься. О. Не, ты сидишь вообще в песке. Ты еще и лунку жопой сделал там. Отводи его туда. В край. Ну как нормально, ты садишься? Вот, видишь, ты там, во, вот отсюда ты сядешь. Перекатик или бревно. Не, я просто говорю. Еще одно понижение. А что там такое? А? Давай, правее бери, я по берегу. Берег намыло. Намыло берег.
И все, что на нем росло, все повалило. Не вижу. Не вижу. Опа! Блин. Прям по борту елкой. Давай вперед, а то мы сейчас ударимся. И там надо влево. Старый мост? Мне кажется, это какая-то старая дорога в чью-то усадьбу. Чью-то усадьбу вела какая-то дорога. Чё там, нету? Зашли! Заходи, Саша, давай, пошёл! Есть проход-то? Дима, проходи дальше! Дима, дальше иди! Проходи дальше! Ты закрыл проход! Иди дальше! Thank you.
А дальше все. Вова, блин, поймай меня. Че, никак? Ну а как ты? Через перечень таскать или перенос. Даже здесь слишком высоко торчит. Да нет, тут надо будет обносить. Сейчас досы не сейчас. Еще и туда уйдешь под дерево. И сейчас ее будет херачить, да. Не говорили, паркуйся. Здесь явный обнос. Уйди! За меня бери, за меня! Куда ты? Ты прям на сук! Вот да. Куда? Вообще легче всех, да. Ну. Вообще проще. Все, ушел. Скользкий.
Тихо, 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 спокойно. Спокойно. Попрыгни на горке. Ну, песок там. Нет, ты давишь руками. Ага, подпрыгивай. Обнос по-любому. Смотри, какая толщина у него. Зачем? Пихаться не надо. Во. Да вот так перекинуть можно. Ну, перекидывай. Или вам никак? Нет, я тут перекину. Ну, я перекинул. Подходи дальше, ищи, ищи берег, давай. И остальные дожди. И снова завалы. В общем... Хождение по этой речке. Ну, тут мы еще можем обойти. Есть проходимые, а есть непроходимые. В общем, не снимал уже, сделали 3 обноса. Приходилось вылезать, протаскиваться или обноситься. Ну вот. Этот вроде проходимый. Главное, тут главное попасть в проем, проходик. Плыли мы, плыли, и внезапно доплыли до Шивери, Голодковская, или как ее, Голодково там, деревня. Ну, перекладик такой. Весной здесь будет мелковато.
уже стало поинтереснее. Обычно в наших играх завалов не бывает, их сносят льдом. Поэтому должны и побыстрее идти, а то замучили эти завалы. Стоячее слабое течение было. Гребли, гребли, обносили, обносили. Ну, хоть уже шиверы пошли понижение. Уже и струя побыстрее. И пошла шивера. Шивера, шивера, шивера. Плюх, плюх, плюх. Плюх, плюх, плюх. Еще одна шивера. А, учитывая бурление, летом здесь только пешком по камушку. Ух ты, ничего себе, так больно. Ой, уже больно. Весной. А что будет летом-то? Всю попу отбили. Что такое вообще? Подушка выскочила из-под попы. Бобры готовят очередную засаду. Жопа! Не, подмыгнешь, не? Не-не-не, сучки! А? Сучки! Стой! Сучки, сучки торчат. Можно прошмыгнуть и порваться. Два раза вылезать придется. Ждем. Так, Владимир преодолевает второй барьер. Происходит преодоление завала. Я бы сказал очередного, ну так сказать, проносной можно перекинуть через завал байдарки, протащить путем манипуляций. Поэтому решил поснимать всю эту авантюрную ситуацию. Между суков протискивать по лодке. Пока что, как ни странно, ни одна лодка не пострадала в этих процессах. Ну, мы, конечно, аккуратно, но все равно держится. Так, Владимир ловит равновесие,
еще немного, и он сядет, но нет. Передом по направлению к бревну сейчас стащит себе. Все, он сошел. Возрадуемся. Вот он свободен. Искупался, но полностью свободен. И бороздит заново просторы. Итак, завал штурмует Дмитрий, бывалый моряк, но вот тут он как раз таки не на плоском дне, что неудобно сказывается. Вот для прохождения таких порогов варвар, конечно, слегка проигрывает. Я тут отвлекся. Да. Снимаю. Оператор. Снимаю. Тут Дина чуть не упал туда. Так красиво собрался нырять. И... Я чуть соскользнул. Купался. Ты не на первое. У тебя уже второе бревно, с которого ты купаешься. Так, что в итоге? В итоге у нас Вова залетел под бревно. А как его оттуда спасать? Но это слишком жестко. Прижим, блядь, сильный. Сильный прижим. Раскачи. Опа. Нет. Его дойдем. Что-то будем думать. Давай дальше.
стой на месте. Разгружай! Как тебя, блядь, туда затащило, хуй его знает. Эй, 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 водоплавающий! Уйти туда, блядь, я не понимаю. Тебя несло вот прям здесь. Протянуло. Что там, промок? А что там под штанами? А? Под штанами. Ничего, трусы. А, ну. Тогда тебе нечего терять. Операция прошла успешно. Пациент почти жив. Наткнутый на суп, но... Подожди, палатка где твоя? У меня. Жить будет. Дойдет. Так, порог. Его называют порогом Большая Шевера, но по местным меркам на самом деле это порог.
Давай. Есть петухи с обратными волнами. Оп, оп, ничего себе, действительно хорошо. Прижимная, все как положено. Поворот реки. Прижимом. Идем. Отлично. Отлично. Главное, не было бы завалов. Обливной. Прошли. Здесь идет понижение на 60 метров или типа того. Ну ничего себе! Ну ничего себе! Ну ничего себе! Ой, брызги, елки-палки! Вот это да! Вот это аттракцион! Спасибо, река! Ой! Обливной! Обливной! Нет, ребята, летом здесь точно делать нечего, потому что это какая-то жесть. Владимир движется, молодец. Покрафта нету наклеек на подушке. Из-за этого постоянно выбивает ее из-под задницы, потому что, блин, это неудобно. Вот, опять выбило. Сидишь попой, проходишь дном и, не знаю почему, подушку выдвигает под бедра. Я думаю, что относиться надо по более спокойному берегу. У нас небольшая проблема. Опять на пороге обнос. А тут уж кто как умеет. В общем, у нас осталось 1,5 километра шеверы. Естественные завалы. Даже не знаю, что пацанам по этому поводу сказать, но на самом деле по ним можно ходить и прекрасно это делать. Не войдет в эту штуку. Сплав окончен. Последние сборы. Упаковка самого проблемного салюта. Че, традиционная закрыть шашка. Поджигание с шашки. Вдруг на всякий случай. Их порезал и выкинул. А что, мои веревки использовали? Мои. У тебя ничего нету. Закрываем сезон. Ты голодранец. Ю-ху! Нет, в пакете были.
ты. Со скотчем вместе. Фу, как он воняет. Знаешь? Но красиво. Спартак, чемпион. Собаки. Там дерево не забыл, как называется.